Уважаемые дамы и господа. And Netherlands, the Netherlands. Не приведи Господь, что-то опять авантюрное будет предпринято в Сирии по ливийскому опыту, по иракскому опыту. Ну, сейчас-то такую авантюру, я надеюсь, на нее никто не отважится. Но, тем не менее, даже незначительные эксцессы приведут и опять к новым волнам мигрантов в Европу и ко многим другим проявлениям, которые совсем не нужны ни нам, ни нашим европейским соседям, и которые могут радовать только тех, кто защищен океаном и рассчитывает отсидеться в процессе продолжающихся усилий растеребить весь этот регион, чтобы продолжать продвигать здесь свои геополитические проекты. Мы сейчас занимаемся подробным изучением этого доклада. Там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются от прочтения этого документа. Мы в самое ближайшее время постараемся придать их гласности, когда эксперты и наши, и из профильных ведомств разберутся с этим достаточно объемным документом. И эти данные четко говорят о том, с каких направлений ракета могла подлететь, а с каких нет. И тем не менее, наши факты, наши замечания, комментарии не вполне принимаются в расчет совместной следственной группы, а передаваемые нами материалы учитываются либо поверхностно, либо избирательно, либо просто не